Второе место – кубки и грамоты. Такой подарок на окончание учебного года сделала себе, своим педагогам и родному учебному заведению в конце мая команда Кировской школы номер 7, которая представляла город на региональном этапе всероссийских спортивных игр школьников в Мурманске. Это мероприятие проводится под патронатом Министерства образования и Министерства физической культуры и спорта. Президентские игры проходят уже третий год подряд. Первая поездка принесла кировчанам только 9-е место, вторая – 4-е. И вот сейчас они серебряные призеры. Во многом это, конечно, заслуга педагогов, которые организовали тренировочный процесс и подготовили команду. Тренировались, каждую перемену приходили, играли. Кто в теннис, кто в баскетбол. Потом тренировки были, проводили наши учителя, приходили по 3 часа, по 2 часа тренировались, играли, бегали. Все делали, чтобы победить. Каждый день перед соревнованиями мы усердно работали, чтобы добиться результата на этих соревнованиях. И наши тренировки не прошли даром. Мы заняли хорошее второе место среди всех команд. 10 мальчишек и 10 девчонок отстаивали честь Кировска в 4 спортивных дисциплинах – баскетбол, настольный теннис, плавание и легкая атлетика. Самое тяжелое, по признанию ребят, – плавание. И хоть у кировчан были сильные пловцы, именно в плавании команда должна была принимать участие в полном составе. И в зачет шел общий результат. Волновались и за легкую атлетику, в которой участвовало 12 человек. У нас традиционно слабо легкая атлетика. По той простой причине, что да, настольный теннис мы можем потренировать, баскетбол мы можем потренировать, плавание у нас в бассейн здорово, замечательно. А вот легкая атлетика на май месяц, когда у нас в Кировске лежит вопрос снега, нам негде бегать. Ну, было тяжело, конечно, но мы все вместе усилия собрали и постарались выиграть. Кстати, педагоги, а по совместительству тренера команды Кировска, в своих мальчишках и девчонках были уверены. Видели, как у ребят глаза горели еще на тренировках, так что на победу рассчитывали. В первый день мы вообще вышли с большим отрывом. Мы заняли первое место по стритболу и второе по теннису. И вышли с отрывом на первом месте, 5 очков. Второе место мы завоевали в общем зачете. Мы молодцы. Настало время подумать и о главной награде уже за первое место. Ведь с таким рвением все, несомненно, должно получиться.